что делать на карантине? Не бойся. Запускаем карантин travel challenge. Коронавирус! Три полоски. Мы же С вами Тимур, три восьмерки и мой братик Никита. Ребят, запускаем карантин travel challenge. Мы полетим. Помните, соблюдайте безопасность. Ну что, давайте убьем коронавирус. Ой, нас побрызгали. Нас брызгают, смотрите, чтобы мы летели. Продолжаем нашу рубрику «Чем заняться на карантине». Мы летим в нашем самолете. Давай откроем, тут душно. А, да, давай. Откроем иллюминатор. Ребята, лайфхак. Как открыть в самолете иллюминатор? Ой, что ж ты, блин, будешь делать? Ой. Вот это я открыл форточку, но не делайте так, ребята. Тоже хочешь попробовать? Какой шалун! Закрой форточку! Ребят, мы продолжаем нашу рубрику «Чем заняться на карантине». Мы летим в нашем самолете. Надо разобрать по парам носки и потом их выбросить в иллюминатор. Ух ты! Ну что, начинаем? 3, 4. Есть. Давай, бросай. В этом видео расскажем, что делать на карантине. Не бойся. И первое это у нас рисовывать маски. Вот это поворот. Можно украсить таким вот клеем. Да. Вот. Я сейчас буду украшать. Это будут... Не усики, а какие-то, я не знаю, полосочки. Я хочу тоже красить. Я полоски сделаю. Три полоски. Ну, я хочу полоски. Давай. Тебе помочь, ты будешь вести, а я нажимать. Вот это уже сюрприз. Вводи. Я тебе тоже там сделаю. Одеваем. Ой. Мяу. Он кися, посмотрите, он нарисовал усики. Мяу. Ребята, еще можно здесь наклеить значок Ютуба, посмотрите. Или, ребят, голосуйте. У меня голосуйте за одну какую-то и за Никиту, но обязательно. А у Никиты есть свой канал под названием Никита Тимошенко. Мы с Никиткой готовы послушать ваши идеи, чем еще можно заняться на карантине. Пиши в Инстаграме. Всем пока-пока!